Всем привет! Если вы видите собаку в рюкзаке, значит, мы от кого-то скрываемся, а именно от охранников Крутицкого подворья. Смотрите, куда мы приехали. Мы сами еще не понимаем, куда именно. Но вообще, это одно из самых хорошо сохранившихся и старейших мест Москвы. Посмотрите. Ну, вот это говорят, что это, кстати, новодел. А вот этот весь красный кирпич, это все как было в 13 веке. Когда-то это был мужской монастырь. И, в общем, чего здесь только не было. Сейчас этим всем владеет епархия. И каждый раз, когда мы приезжаем в такие места, все время задаемся вопросом, как так раньше без современных технологий что-либо строили так добротно? Собака! Собака, тебе что, неинтересно? Давай мы тебя сейчас, когда на обратном пути будем уходить, немножко выгрузим. Ладно? А пока посиди. Вот тут экскурсии... Кстати, знали ли вы, что есть бесплатные экскурсии по Москве? Мы в прошлом году постоянно ходили. Мне всегда интересно, а собаки что-нибудь понимают вообще? Вау! Мы уже просто как короли, вернее, как королевы. Я всегда не пойму, почему такая ерундень? Почему все время мы видим вот такие таблички? Но собака, собаки же все-таки рознь. А тут опять на территории Крутицкого подворья запрещено. Ну, курить понятно, ну, пить понятно. Но вот это почему? Фондю, твой звездный час пока никто не видит. Мы тебя освобождаем. Немножко прогуляемся. Почему у собак такая привычка? Они сразу хотят какакать, писать. Надо все. Прям вот самые неудачные моменты. 12 seconds later. Ну это ж типа мы не на территории монастыря. Типа мы чуть отошли. Фондю, твои любимые ступеньки. Вперед, фондю! Какая ты умница, фондюша! Какой-то крест. Здесь, оказывается, снимали такие фильмы, как «Гардемарины вперед», «Гори, гори, моя звезда» и, блин, «Брат 2». Вот. Ну, по крайней мере, это то, что я запомнила. На этом у нас все. Желаем вам больше путешествовать, узнавать новые места, ибо смысл тогда жить, если ничего не видишь. Да, Фондюша? Кроме ремонта. Говори всем пока-пока. Yeah.